В Бердске на пожаре в 9-этажном доме погиб мужчина. Еще 25 жильцов спасли сотрудники МЧС. Поздним вечером 8 сентября произошел пожар по адресу вокзальная 54. Сотрудники МЧС спасли 25 человек, трое из которых дети. 30 человек, в том числе 5 детей, эвакуировались самостоятельно. В это время в квартире на втором этаже происходило открытое горение. В комнате горящей квартиры спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. 8 сентября 2022 года в вечернее время в жилом доме по улице Вокзальная города Бердск Новосибирской области произошел пожар. В ходе его ликвидации было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками термического воздействия. По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание электропроводки. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУМЧС России по Новосибирской области. По данному факту следственным отделом по городу Бердск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.